Сегодня мы получили посылку от HTC. Новый Deluxe Strap. Называется Vive Deluxe Audio Strap. Это крепление для шлема, которое заменяет стандартное трепишное крепление. Вот такая у нас коробочка. Так, в общем, минус стандартного крепления в том, что оно переносит вес всего шлема прямо на переносит на щеки игрока. А новый шлем, он пластиковый, и вес будет переноситься на затылок. Так, в коробке у нас ненужная макулатура, собственно, само крепление, пара винтиков и вот такое небольшое крепление, которое пригодится тем, у кого старый вот такой вот толстый кабель. Ну, давайте поменяем. Значит, сдвигается задвижечка тут вперед. Все кабеля вынимаются, кроме HDMI, USB, питания и аудиопорта. В шлеме есть еще второй USB-порт. Можно, например, заряжать один контроллер во время игры, прям напрямую подключив к шлему. Вот этот стандартный аудиокабель, который был внутри, он нам больше не пригодится, потому что в новом шлеме он уже есть. А также в новом шлеме есть наушники. Саму пластиковую штуку мы снимаем. Теперь на шлеме поворачиваем вниз и отщелкивается. Поворачиваем вниз. И отщелкнулась. Все, старая трепишная нам не нужна. Ставим новую. И просто сильным нажатием оно закрепляется. Вот. Точно так же, как в старой трепишной. Тут у нас все еще остается трепишное крепление. Мы вставляем. Через пластик пропускаем. Наш основной кабель, он будет проходить вот здесь сбоку, через вот эту штуку. Мы засовываем внутрь. Тройной кабель мы не просовываем больше через вот это отверстие, потому что он не идет сверху шлема, он теперь идет сбоку шлема. Поэтому мы просовываем только через маленькую дырочку. Все три коннектора просовываем. Точно так же с новым, если у вас новый тонкий кабель, круглый, все то же самое. И подключаем питание, USB, HDMI. Аудиокабель же тоже нужно просунуть через эту дырочку, иначе не закроется. Просовываем через дырочку. Все должно проходить через пластиковую крышку. И теперь оп, и вставляется на место. Вот так у нас получается. Кабель идет теперь сбоку. А так как мы хотим, чтобы он всегда у нас держался, не падал на плечо, а держался ровно посередине затылка, для этого нам нужно вот это крепление. Пропускается насквозь через дырочку, и тут велкро, оно будет хорошо держаться. И теперь на новом пластиковом креплении вот сзади такая ручка поворота, которая помогает затянуть проще шлем, и вес всего шлема, он будет держаться у вас на затылке. Внутри мягкая
прослойка, чтобы вам было удобно, которую тоже можно легко заменить, если вам потребуется. Она тут на липучке. Спасибо, что смотрите наше видео. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Мы попробуем новое крепление и расскажем о наших впечатлениях. I'd like to